Всем привет, дорогие зрители! Я приехал в район Махмутлар. Нахожусь недалеко от улицы Ататюрка. Здесь очень хорошая квартира обставлена, дизайнерская 2 плюс 1 по очень хорошей цене. Находится она на 7 этаже этого проекта. Быстро покажу всю инфраструктуру и пройдусь в квартиру. Значит, у нас такая просторная здесь бассейн, также детский бассейн, очень просторный ухоженный сад. Айдат у этой квартиры тут 160 лир. Присутствует почти вся инфраструктура. Вот такой большой бассейн. Шезлонги, зонтики все стоят. Вот. В этой стороне у нас парк этого проекта. Вот в той стороне. Быстренько сниму. Есть теннисный корт. Здесь вроде убирается, косят зелень, подстригают деревья, кусты. Вот такой здесь теннисный корт, баскетбольная площадка, вот, и мини-футбольная площадка. В той стороне у нас зона барбекю и беседка. Сейчас я пройдусь к сауне турецкой бани, покажу вам внутреннюю инфраструктуру проекта, потом поднимусь в квартиру. Проект просто очень большой, был сдан 12 лет тому назад. Здесь такие тренажерные оборудования. Присутствует крытый бассейн. Вот наш крытый бассейн. С правой стороны от меня находится спа-центр этого проекта. Вот такой спа-центр. Здесь у нас снизу находится турецкая баня. Снизу у нас там клиенты, я не могу спуститься, чтобы снять. Присутствует хамам турецкий, сауна и массажный кабинет. Это место сдано под аренду, можете также пользоваться. Так. Пройдемся мы. Вот также есть теннисный стол. Как видели, вы в основном проживают иностранцы в этом проекте. Так, квартира находится в блоке А, вот это наше здание. Места для велосипедов около здания. Поднялись мы на 7 этаж. Вот такой коридор. Квартира находится, как вы видели, на 7 этаже. Откроем дверь. Вот такая красивая тут прихожая. Очень интересный интерьер у этой квартиры. Значит, здесь у нас уже стоит шкаф. Начнем мы со спальни. В этой квартире присутствует один санузел. Вот такой санузел. 110 квадратных метров. Здесь у нас дополнительная детская спальня. В таком дизайне. Вот такой интересный интерьер. Так, присутствует мини-балкон с видом на бассейн этого проекта, на горы и соседние здания. Вот так. Ламинат, как вы видели, уже установлен. Вот ламинат.
Здесь у нас хозяйская спальня. Красный с серым цветом. Такой тоже мини-балкон. Вот такая у нас спальня. Интересный интерьер. Шкаф стоит уже. Два шкафа тут. О, нет. А, это полотенной шкаф. Шкаф-купе. Вот такой шкаф-купе. Пройдемся в гостиную этой квартиры. Вот такая кухня-гостиная тут. Столовая часть кухни. Вот такой интерьер. Кухня-гостиная тут просторная. Вот такая красота. И вот балкон. Вот такой балкон. Отсюда весь кусочек вид на море. И вот дорога Ататюрка. Вот здесь у нас снизу дорога Ататюрка. Вторичный рынок в той стороне располагается по вторникам. Расстояние до моря максимум 620 метров от моего расположения. Вот такой просторный балкон. Вернемся мы в гостиную, чтобы подвести итог этой квартире. Значит, дорогие зрители, эта квартира находится на 7 этаже. 2 плюс 1, 110 квадратных метров. Один санузел. Цена этой квартиры 84 тысячи евро, дорогие зрители. Обставлена, как вы видели, в дизайнерском интерьере. Также в этом здании есть еще одна квартира, которая она обставляется, но займет где-то неделю. Если вам будет интересно, я могу снять вам онлайн-показ. Находится на 9 этаже с видом на море. Ну, там цена будет выше, чем у этой квартиры. Если вам понравилась эта квартира, этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, звоните и пишите по номеру, который указан в описании. С вами был Агаси из Солнечной Алании. Всем пока-пока.